находимся на эстафете по легкой атлетике. Здесь и сейчас каждый может проверить свои силы и пробежаться. На старт, внимание, погнали! Вот уже 80 лет спортсмены собираются у главного здания Казанского федерального университета, чтобы пробежать эстафету по легкой атлетике. В этом году эстафета посвящена 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. Да и дата проведения выбрана не случайно. 22 апреля родился политический деятель и известный студент юридического факультета Казанского университета Владимир Ильич Ленин. Эта эстафета исторически была приурочена ко дню его рождения. Сегодня большой праздник спорта в нашем городе. Мы открываем этим мероприятием весенне-летний сезон, спортивный сезон в нашем городе. Королевы спорта, легкая атлетика. Сегодня проводим традиционную, юбилейную в этом году, 80-ю, легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Республика Татарстан». У нас в этом году есть нововведение. У нас в 16:00 будет дан старт благотворительному забегу. Все собранные средства пойдут на счет автономной некоммерческой организации «Добрая Казань». Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Примут участие все команды, профессиональные клубы нашего города. Они пробегут 500 метров вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Было организовано 10 забегов, в том числе благотворительный забег «Добрая Казань». Маршрут эстафеты проходил вдоль учебных корпусов КФУ и по территории Казанского Кремля. Награждение победителей состоялось по окончании соревнований в каждой из 10 групп. Юлия Семенова, Фарид Захитоглы, Универньюз.